Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Теодор Жак Ралли или Теодорус Раллис. Греческий живописец, акварелист, рисовальщик большую часть своей трудовой жизни провел во Франции и Египте. Я пользуюсь Википедией. Он писал жанровые работы, портреты местных жителей, архитектурные сюжеты, интерьеры с фигурами и животными. Но больше всего он известен своими ориенталистскими картинами. А родился 16 февраля 1852 года. Был отправлен в Париж под покровительством короля Греции Атона и учился у Жана Леона Жерома, французского художника и профессора школы изящных искусств, и у Жана Жюля Антуана Лекон Дю Нуи, известный своими картинами ориенталист. Много путешествовал по Северной Африке, Ближнему Востоку, на некоторое время поселившись в Каире в Египте. Здесь он черпал вдохновение для романтического мистицизма и наводящий на размышления чувственности своих многочисленных ориенталистских картин. Другие его жанровые картины часто были ностальгическими воспоминаниями о жизни и обычаях его греческой родины, которую он изображал с тонким и трогательным почтением. Его картины были проработаны с большим вниманием к деталям, с большим вниманием к костюмам и выражению лиц. Источники света на его картинах, такие как лучи света, свечи или тлеющие угли в камине, выполнены в мягких тонах. Первая выставка состоялась в салоне в 1875 году. С 1879 он регулярно выставлялся в Королевской академии в Лондоне. Был членом общества художников Франции, где получил почетное упоминание в 1885 году и серебряную медаль в 1889 за свои работы. Выставлял картины в Руанском салоне, а также в Афинах во время Олимпийских игр 1896 года. Был членом жюри конкурса на Всемирной выставке в 1900 году. В 1901 стал кавалером почетного легиона. Умер в Лозанне 2 октября 1909 года. После его смерти о нем постепенно почти забыли. Показательно, что его имени даже нет в словаре искусств Гроува. Большинство его картин до сих пор находится в частных коллекциях. Лишь несколько музеев когда-либо приобретали его работы. Несколько его картин были проданы с аукциона в 20 веке, но по скромным ценам. Однако в 21 веке его картины были вновь открыты и продаются на аукционах по ценам в 10 раз превышающим цены нескольких лет назад. От 30 тысяч до 100 тысяч евро. 14 ноября 2007 года этюд в картине «Трапезная» в греческом монастыре «Герафон» был продан за 200 тысяч евро на аукционе Сотби в Лондоне. А в январе 2008 сама картина была продана за абсолютный рекорд – 670 тысяч евро греческому коллекционеру на аукционе в Генте, Бельгии. Картина «Молитва перед причастием» в Мегаре в Лондоне 25 мая 2008 года была продана за 600 тысяч фунтов стерлингов. Вот так немного о греческом живописце, акварелисте и рисовальщике Теодор Жак Ралли или Теодорус Раллис. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.